you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Replay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови, и сегодня у нас очередной кап, в принципе. Передаю, кстати, привет Денису Бишманову, Блендер Касперский, там кто-то еще, короче, бегает. Всем, кто тут, короче, привет. Кстати, напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам, как я снимаю капты, либо не нужно снимать капты, как бы что-то другое снимать. Обязательно напишите в комментариях. Еще проблема в том, что я наркотики вообще не взял, и будет туго, конечно. На сколько? Раз, два, три, четыре, по-моему, пять человек. Кап начнется через пару минут. Ну, буквально через минуту начнется кап, короче. Кстати, неплохая зарплата у... Как это назвать даже? Ну, тех, кто капты, на каптах, короче, воюют, так сказать. 100 тысяч дают. Ну, если, блин, много завоевать, в принципе, ну, зарплату платят 100 тысяч. Конечно, не каждый день, но вроде бы каждую неделю или два раза в неделю, короче, платят 100 тысяч. И это довольно-таки круто, потому что деньги мне нужны. Я коплю на конкурс. Не знаю, когда конкурс сделаю, когда накоплю бабосы. Нормальные бабосы. Тогда уже сделаю, в принципе, конкурс. Может, казик сходить, попробую поднять. Но это будет рискованно, конечно. Сейчас у нас сколько время? 9 утра. И сейчас у нас каптик. Каптик. Будет. Что-то суп простоит. Механик поехал, ну ладно. Я так понял, мы будем... типа воевать солнце, с ОПГ солнце, я еще в ОПГ орехах. Я здесь шестой ранг пока что. Может, в будущем повысят, я не знаю. Я, в принципе, не прошу, лидер сам решает, повышать меня или нет. Как бы я никого не прошу, мне без разницы, мне и так нормально. Я как бы был на девятке в ОПГ орехах, ну, когда был другой лидер. Но продлилось это недолго, по-моему, сутки всего лишь. Поэтому вот такие вот дела. Ну, девятка, кстати, девятку одну. Максим Пак. Ему варн дали, к сожалению. Поэтому теперь мы без одной девятки. Ну, наверное, лидер поставил. Вот лидер стоит. Денис, это лидер. У нас финт небольшой вроде сейчас. Сколько? 7 человек. Ну, неплохо. Так, когда уже начнется капт? Уже должен вот именно сейчас начаться капт. Вот, пошло время. Так, это хорошие или плохие? Так, это плохие. Это у нас солнце поехало. Хм. Прикольно. Он проехал типа мимо, поставил обстановку. Чё, как? Да мы его не догоним. Ёпта. Они типа его догнать хотят, чи шо? Чё-то я не понимаю ихнюю стратегию. Так, а вроде бы можно только на этом квадратике убивать или нет? Хрен знает, короче. Хрен знает. Так, механик сзади едет. Чё, мы к ним на базу типа едем или чё? Ну, да. Сейчас бы, конечно, по полю ехать, но... Ага, вон, где капт, походу, да? Да, вот, где капт. Идет. Ну, чуть-чуть мы с местом ошиблись, малеха, совсем. Сейчас типа, ну шо вы, псы? Так, мне кажется, сейчас будет мясо. Сейчас будет мясо просто. Блин, он, конечно, с лидер такой выхваляется сильно. Так, их трое, нас побольше чуть-чуть. Ну, хуй знает, как будет. Ну чё, давайте уже каптиться, ёпта. Чё, начали? Или как?
Jack. Так, ты куда побежал, Миша? Так, эти анимки мои, конечно, не мешают много. Так, где там еще? Вон еще один. Еее. Три. 3-3-0. Ну, блин, у них ту база просто рядом. Хотя, не, они же Больку будут сначала ехать. Да. Наверное, лидер на такой гламурной машине у них ездит. УПГ Солнце. Хм, лол. Ну, по-любому, блин, они сейчас могут релохнуться, вылечиться в Больке, релохнуться и приедут обратно. Так будет им проще, я думаю. Мы, короче, ждем их. Не обращайте внимания на мой голос. Я просто очень рано проснулся в 6 утра, короче, не выспался вообще. Поэтому у меня такой голос, уставший сильно. Наверное, на видосе так будет. По-любому. Кстати, не надо еще писать, что типа, ой, ты рак, стрелять не умеешь. Типа, ой, тащер, ебать, и так далее. Я стреляю, как я могу, в принципе, мне вообще похуй. Я стреляю, как могу. Как получается, в принципе. Поэтому не надо там бомбить. Так, это чё? Это кто? Это кто у нас? А, это свой. Это свой. И как бы снимать, как бы и стрелять, это трудно, как бы. Мне надо разговаривать. Я не буду тупо молчать, как бы, ну. Поэтому на все есть свои причины. Я не говорил никогда, что я там, ой, тащер, ебать, стреляю как бог, нахуй. Я такого никогда не говорил. А вы что-то начали там агриться. Типа, ой, рак, ебать, и так далее. Я стреляю как могу. Главное просто пытаться не сдохнуть. Чтобы как бы не засчитало. Ну, а так, блядь, как попаду, так попаду, в принципе. Времени там у меня, блядь, стрелять нету. В КС-ку я там, блядь, 10 лет не играл и так далее. Поэтому как-то так. Блин, уже прошло нормально так времени, и они ни хрена не едут. Либо они хотят под конец, типа. Либо хрен его знает. На самом-то деле. Ну, посмотрим, что будет. Когда этот кап выложишь? Завтра. Завтра. Выложу. Наверное. Хрен знает. Конечно, сонным снимать это не очень такое удовольствие, я вам скажу. Но что-то снимать надо все-таки. Ты привет передал? Да. Да, передал. Так, где, блин? Я уже хочу постреляться. Тут скучно. Конечно, я не очень стреляю, но все равно. Да. Так, я их что-то не вижу вообще. Какого-либо движения в нашу сторону вообще нету. Привет, позже. Василий Шиткин, привет тебе. Про что ролик, блять, непонятно, что про капт ролик. Чувак же писал. Ванговую серию будет называться Отбитый Ледак и Изи Капт. Все может быть. Диана Шуригина, привет тебе. Уже второй раз в ролик мы попадает. Я даже не знал, что она у меня в семье. Так, вон видно какое-то движение. Иди сюда, сучка. Погнали. Словим его. Бля. Один чувак на скутере из них приехал и все. Ну да. И уехал. Как приехал, так и уехал. Нахер было приезжать тогда. Так, давайте пушку вот эту возьмем. Поэффективнее будет. Надо ему скутер сломать, чтобы не съебался. Надо ему скутер сломать.
сидели там, кому про скайп, хуй знает. С кем я только в скайпе не сидел. Ну где этот, блин? Так. Где, блин? А вон он. Походу. Иди сюда, блядь. Сука. Блядь, нахуй кататься? Кирюх, в машину садись. Окей. Давай, 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 давай. Погнали. Только не кикни, блядь. Фух. Он где-то по трассе катается. Он сейчас поедет вон. Так, стоп. Ну, я такой-то там вижу. Или нет. Хрен знает на самом деле. 4-0. Мы ведем, в принципе. Да тут осталась одна минута. Поэтому все чисто сработано. Тут на скутере просто катается и все. Как бы, ну, толку ноль. Вообще, толку ноль. Короче, осталось 8 секунд. И по-любому выиграли, потому что они даже ни одного из нас не убили. Ну, видимо, не просто так выебывался наш лидер. Осталось у вас. Нормально. Сколько у нас уже территория забита? О, нихуя себе. Да мы скоро батарею вообще заберем. Потом уже юшку. Но пока что наша ОПГ самая сильная, в принципе. Ну, если посмотреть по картам. Хотя раньше у нас вообще было очень мало, там 5%, по-моему. Ну, нормально, чё. Закаптили. Ну да, в принципе. Смысла никакого не было. Их было трое, нас пятеро или четверо было. Блин, они каптур не забили, а не мы. Поэтому их не проблемы, как бы. Надо было думать головой, а не задним местом. Ну, приехали, ебать, разваляхали и уехали. Хотя я даже ни одного не убил, но это нормально. Это нормально. Главное, что меня не убили. Ну, в итоге, короче, мы выиграли. Сейчас тут будет пиздилка. Там два чувака что-то не поделили. Типа, кто из них победит, тому 20 тысяч, а он не постреляет и выдам премию. О, заебись. Премия — это хорошо. А сколько денег дают, если выиграть территорию? Мне просто интересно, я не знаю. Я вообще не знал, что за это бабки дают. По 20. По 20 тысяч? Маловато. Маловато. А если все территории завоевать, чё? Давайте посмотрим, как они постреляются напоследок. Да, вот так вот сделаем даже. Так, ну я думаю, вот этот выиграет. Ирлан выиграет. Вангую. Хотя, может, и нет. Бля, у меня обязательно было стрелять. Мы наблюдаем. Петухи борются. Ну, меня чуть попали, но пусть с ним, ладно. Передал конверт. Ну, чувак, 20-ку выиграл, хули. Нормально. Нормально, можно теперь пиздовать на базу. Сейчас я гляну, сколько у нас территории завоевано. Вроде было 48%, но сейчас глянем, может, сейчас больше сделалось, типа. Мы же еще одну территорию отбили. Или завоевали, или стали себе, короче, сейчас глянем. Еще глянем. Продам бизнес-казино, цена 250 миллионов. Ебать, у меня таких бабок никогда в жизни не было. Что там по... 48 осталось. Ну ладно. Нормально. Боулинг. Оп.
Оп. Оп. Оп. Заебись. Положил конверт на бильярдный стол. Взял конверт. Спасибо. Хотя я особо нихуя не сделал, ну ладно. Двадцаточка не помешает. Не знаю, мне нравятся капты. Хотя я особо не тащу, но... Зато я особо не умираю. Это тоже играет большую роль. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.